Мерзнуть татарстанцам осталось недолго. Согласно гидрометцентру Республики Татарстан, уже 9 декабря в Казани станет заметно теплее. Мы находимся под влиянием барического гребня, то есть области высокого давления, и у нас достаточно прохладная, безоблачная погода. Завтра мы окажемся уже на периферии циклона. С циклоном будут связаны атмосферные фронты и с прохождением теплого фронта. Тем временем западный циклон, который управлял погодой в Татарстане в прошедшие выходные, покинул республику и сместился в сторону Урала. Из-за повышенного атмосферного давления в республике установилась малооблачная погода без существенных осадков, что привело к появлению морозного воздуха. А говоря о количестве, стоит отметить, что количество осадков может суммарно достигать 10 миллиметров, что достаточно много, так как это осадки в виде снега. По предварительному прогнозу, 10 и 11 декабря республика будет располагаться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится теплая погода с температурами ночью минус 2, минус 7 градусов, днем 0, минус 4 градуса. Местами пройдет небольшой снег. Елизавета Никитина, Универньюз.